Всем приветушки, дорогие друзья, с вами Алекс Джаггер. Мы продолжаем проходить игру под названием Киберпанк 2077. В прошлой серии мы с вами спасли Брижит. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, главная командирша вот этих вот вудуистов, что ли, так это называется у них, эта команда, вот. Мы ее специально спасли для того, чтобы она нам помогла добыть какие-то такие полезные идеи для того, чтобы как-то попытаться нам вытащить из нашей головы этот биочип, в котором еще этот сидит, Джонни Сильверхенд, да, как это там, у него фамилия по-другому переводится, как «Серебряная рука», это я так выяснил, вот. Но вот пока что пришла какая-то идея такая, что нас запустили, по-моему, воспоминания Джонни Сильверхенда, по-моему, если я не ошибаюсь, это какой-то 2013 год. Сейчас я пока что стою на паузе, потому что там очень прям дофигища народа прям болтает, разговаривает, куча каких-то у него там всяких фанаток орут прям этого, у Джонни, блин, Сильверхенда, за которого мы сейчас будем с вами играть. Вот, и поэтому я сейчас здесь сижу, чтобы меня было слышно, чтобы меня, блин, никто не перебивал из этих всяких этих героев там, которые орут. Ну, как-то так. Так, ну ладно, давайте все уже продолжать. Остановились мы с вами где-то здесь. Глава называется «Красота не умирает». Поговорить с Керри. А кто такой Керри? Это вот этот вот, да? Тоже какой-то один из наших фанатов. Ты тут не один. В смысле? Это Свигали, так, подожди. Джонни! И? Джонни! Ну вот слышишь, как они там орут, прям как громко, а лишь самого себя немножко не слышу, надо чуть-чуть еще убавить. Самурая толкнуть, в смысле. Но идея-то только у меня есть. Так что если тебе, как всегда, нечего предложить, отъебись! О, правильно, правильно. Кстати говоря, если вам будут слышны посторонние звуки, то да, так оно есть взять. Это что это такое? Это из-за концерта или... А? Ты говорил, что сегодня не придешь. Ты же говорила, что не придешь. Не собираешься. Я передумала, милый. Посмотри на себя. Аж вспотел от злости. Это что, его типа супруга, что ли? Воу. Давай только без этих всяких таких, без всяких сексуальных, блин, поз. Оу. Не, походу это уже началось. Долго еще это будет происходить? Кстати говоря, если вам будут слышны посторонние звуки, то да, так оно и есть. У меня там за окном, короче говоря, нехорошая погодка, блин, гроза, все дела, все такое. Молния, блин, сверкает. Боюсь, что как бы сейчас бы электричество из-за этого бы не отрубило бы. Это, ну ладно, насрать. Классно. Мне на это, если честно, пофигу. Да. Альт. А, так это... Даже жаль, что у нас ничего не выйдет. Тёк, про которую говорила, это, Брижит. Так, обязательно надо все обосрать. О, слышите, как гремит? Я, если честно, не знаю, слышно ли там, будет ли на запись, что Джонни прогремело, но оно, блин, это сейчас только что... Он как прогремело громко. Обязательно надо все обосрать. Тебе обязательно надо все запарывать, а? Каждый, сука, кайфовый момент испортишь. Для тебя кайфовый, а на меня насрать? Тебе вот обязательно вести себя как скотина, Джонни? Ты же сказал, что было классно. Что тебя сегодня так накрыло? Давай нормально первый. Нормально же общались. Что тебе не нравится? Обижаешь, подруга.
Ты же знала, на что подписываешься. Ладно бы ты был просто харизматичный, самовлюбленный мудак, Джонни. Ладно бы ты гнался за своей мечтой, как ненормальный. Я бы слова не сказала. Но? Но все это фикция. Как и этот концерт, как и ваш самурай. Это фальшивка, обман зрения. Ты не рокер, Джонни. Просто прими это. Почему это? Ты мог бы стоять на улице, как эти несчастные торчки, пускать пену изо рта и скандировать смерть Арасаки. Тебе кажется, что ты меня раскусила? Понятно. Ты типа видишь меня насквозь. Ты знаешь, о чем я. Но перед собой тоже притворяешься. Это у тебя офигенно выходит, притворяться. Ты что-то попутал, вали отсюда, зачем-то грубо. Ты просто боишься Арасаки. Принять мне от тебя больше ничего не надо. На сегодня я уже наебался под завязку. Так что можешь выметаться. А, это таблетки. Знаешь, мне казалось... А, просто помолчи. Так что просто заткнись, пожалуйста, Альт. Помолчи хоть раз, окей? Неужели так трудно? Ты безнадежен. Ты ни хера обо мне не знаешь. И нас ничего не связывает. Пожалуй, кроме секса. Да. Все понятно. Почему мне постоянно нос чешется, эй, я не понимаю. Ты куда? Так, сейчас было автосохранение, по-моему, да? Значит, что-то сейчас плохое, скорее всего, случится. С кем это? Ты мне что, изменяешь? Давай я тебя провожу, ставь кончится. Ты куда? На работе. А у тебя что? Как что? Я играю завтра, мы тоже играем. Завтра снова играем. Вот именно. Вот, блин, меня ну вот... Ну что, может зайдешь? Ну, отвечай давай быстрей. Пойдем отсюда. Выпьешь с нами по капельке, Сильвер Рокер? Нет, отвали. Отвали. О, какой я не пью. У тебя крутой. Достать оружие, беги. Ну, бегом! Эй, куда ты собрался? Вы чё, черти, охренели, что ли? Тихо. Пошёл в сраку. Во. Тихо-тихо-тихо, кто там еще стреляет? Вот этот, что ли, ублюдок? На, лови. Головорез. Охренеть. 707 единиц здоровья, нихера ж себе. Отпустите меня. Слышь? Отпустил ее, слышь? Ублюдок, на, лти, в подсрачник. Ну? Чё такое? Ты кто еще такой, блин? Слышь, сраный терминатор. Ты чё наделал? Блин, офигеть, вот у меня там, конечно, окно закрыто занавесками. Не видно, как молния сверкает, но слышно, как гром прям гремит отчетливо. Не трогайте меня! Что такое, блин? Ее похитили! Заяц, конечно, говоря. Полная, и нам придется ее спасать сейчас, да? Что такое? Кошка, что ли, какая-то? А кошка тоже киборг, что ли, да? Ой, блин. Плохо тебя отделали. Томпсон. Кто такой Томпсон? И... А меня сейчас спасут или нет, да? О, походу спасли, так. Задание обновлено, красота не умирает. Здорово. Ты рипер, что ли? Раз ты меня так... спас там и ну починил, давай. Наверное, возможно. Подъем. Милт, сколько кто? Лет, Науман. Сколько зим? Сколько? Недели две прошло, как я тебя собирал. Офигеть, я успел скучать. Что там со мной? Ну и что там со мной? Я всунул тебе в жопу столько трубок, что там теперь чисто коктейль-бар можно открывать. Фу, ты чё, извращенец, что ли? Ещё пришил синтетическую печень, а то твоя выглядела как бумажный пакет с говном. Блин. Теперь буду жить вечно.
Практически. Попытаться сесть. Где Альт? А где Альт? Какая Альт? Она подруга моя. Он привез только тебя. Сука, ее забрали. И что, никто не видел? Согласен. Спасителя своего спроси. Говорит, его зовут Томпсон. Кстати, это была Росака. Кстати, это ты меня забрал из Уотсона. Это был ты в Уотсоне. Надо поговорить. Так, ладно. На соплях, но держится. Я? Сиди тут хотя бы пару часов, а то швы разойдутся к херам. Да, хрен поспоришь. Джонни. Да, это Рипер, судя по всему. Пизду, все равно не послушаешь. Поговорить с Рипером, так... А с каким? Вот с этим, что ли, разговариваю? Что ты видел? Так, поговорить с Томпсоном. Говори. Что ты видел? Тоже, что и ты. Они приехали за ней. А ты просто... был рядом. А ты стояла задумчиво, дрочила из-за угла, размышляя о смысле жизни. Если бы я вмешался, нас бы покромсали обоих. Скорость реакции у парня заметил? Не успел, скорее всего. Угу. Такие запчасти, как у него, на дороге не валяются. Тебе чего надо? Так, чего ты хочешь? Зачем ты меня вытащил? Откуда такой альтруизм? Ищешь материал для своей газетки? Нет. Материал у меня уже был. Только его запихнули в фургон и увезли, черт знает куда. Ты... будешь с этим что-то делать? Она вроде твоя девушка. Ну, естественно же, им нужна бы была не Альт, а я. Думаю, Альт — случайная жертва. На самом деле им нужен я. Ты вообще знаешь, кем она работает? Она чуть ли не лучший нетранер в городе. Ну и? Таких дохера. Росаку может интересовать только то, что ее ебет Джонни Сильверхенд. Она работала на ITS. Делала для них очень хороший черный лед. Такой, что не расколешь во всех смыслах. Встать. Ой. Чё-то еле-еле как-то волочимся. Так, опереться на Томпсона. Выпивать мы с вами не будем, нафиг это нам нужно. На нее. Обычная межкорпоративная разборка. Ты еще мало ли нас будет шатать, так что им от нее надо? Окей, и чего они хотят? Слово «душегуб» тебе о чем-нибудь говорит? Конечно. Не у каждой городской легенды такое хуевое название. Это не легенда. Душегуб существует. И твои чумбы из Росаки уже взяли на работу его создательницу. Ты только представь, что Росака будет творить с душегубом. Подумать страшно. Ты понимаешь, о чем я, Рокер? Они нагнут нас всех. Угу, ну окей. Душегуб обнулит любого нетранера, который хотя бы пальцем тронет их лед. Я видел таких. Физических повреждений нет даже в нервной системе. Никакой агонии и криков. Просто активность мозга вдруг прекращается. Словно кто-то вынул вилку из розетки. Или вырвал душу из тела. Ну, ладно, ладно. Остальное расскажешь по дороге. Остальное расскажешь по дороге. Ты мне не веришь? История стара как мир. Росака хотела меня спровоцировать. У нее получилось. Угу. Выйти из клиники Рипера. Ладно. Задание обновлено. А я могу тут что-нибудь облутать? Кто, кстати говоря, не в курсе, роль Джонни Сильверхенда играет Киану Ривз. Тот самый, который снимался в фильме «Матрица» в роли Нео. Ну а ты чё, пойдёшь со мной? И походу этот... Куда? Киану Ривз. Росака Тауэр. Отбивать Альт. Везде твоём? Такой крутой. Тебя так сильно об асфальт приложили? Так, уйти, я знаю кое-кого в Атлантиде, там нам помогут. Ага, пойдем посмотришь из-за угла. Да давай первый. По дороге заскочим в Атлантиду. У меня там свои люди. Нет, походу реально, Киану Ривз везде такой крутой. Что в Киберпанке вот в роли Джонни Сильверхенда. Он довольно-таки мощный прям. До хрена здоровья, до хрена урона вот, от оружия. Машине. Только давай быстрее. Что в «Матрице» подождёшь, в роли Нео? Сколько надо. Там довольно-таки очень круто уворачиваешься от всяких там выстрелов, от всяких там мудаков. Где бестия?
А, это его знакомый, по-моему. Не рыпайся. Так, спросить, где бестия, дополнительно найти бестию. Так, отвечаю, где-то так, 5 августа 2013 года. Да, это 2013 год. Угу. Это у нас получается 64 года назад это было. Так, а кого спросить-то, где бестия? Кого спрашивать-то, я не понимаю. Чего это мне высвечивается как дополнительно? Так, поговорить. С тобой, что ли? Тебе делать нечего. В смысле нечего? Скажи мне, где бестия? Ты что, не знаешь? Ну иди тогда в сраку. Так, с кем мне тогда говорить? А, второго. У меня тут счет с твоим автографом. Не видел бестию? Видел бестию. Она наверху. Да? А я слышал, вы уже не... Это ты ослышался. Че это? Че это мы? Ты что, подумал, что у нас какие-то отношения есть? Нет, у нас... Нет никаких отношений. У меня с другой девчонкой есть отношения. Джонни, что такое? Можешь помочь? Что такое? Что случилось? Я думал, ты со мной не разговариваешь. Ты же вроде со мной не разговариваешь. Да ладно. Сейчас вот разговариваю. Мишень. Ударить. А теперь? А что теперь? А теперь можешь идти нахер. Чего, блин? Ты офигел уже совсем, нет? То есть она специально попросила для того, чтобы ей напиточек такой вот подать, который, блин, заел там в этой машине. И я, если честно, подумал, что он сейчас ее ударит. Не, ну как же так-то? Женщин же ведь нельзя бить, наоборот, только мужики... Ой, фу ты, мужики. Женщины бьют мужиков. Энгельс, как жизнь? Энгельс, как дела? У них какая-то закрытая встреча. Бестия там? Бестия тоже там. Да, но... Понял, понял. Закрытая встреча. Да я только спросить не ссы. Поговорить с вышибалой. А, это уже прошло, найти бестию. Это все его знакомые. А почему я бегать, кстати говоря, не могу? Что-то как-то немножко странно, если честно. Так, тут ничего не подбирается. Да тут вообще нигде нет никакого лута. Тоже странно. Хотя, нахрена... Я тебя не знаю. Нахрена вообще Джонни лут, если он и так это вот блатной такой сильный. Главное, пацан. Что все знают Джонни Сильверхэнда. Ну естественно, а как же еще-то? Я очень сильно популярен. Пацаны, вы что это? Только сейчас об этом узнали. Так, нужна твоя помощь. Нужна твоя помощь. Мы ждем клиента. Какого? Который не хочет светиться. В смысле, он какой-то, блин, как лампочка, что ли? Ты еще на меня злишься? У меня тоже есть для вас заказ. Вряд ли он придет. Ага. Настолько, что решил не приходить. Тогда и нам нечего тут сидеть. Ты еще на меня злишься, у меня тоже есть для вас заказ. Ну, давай второй вариант. У меня тоже есть для вас заказ. Срочный. Но я заплачу. Сколько? Не лезь. Это не твое дело. Мое. Рокер готов раскошелиться. Ты что, не видишь? Нет у него никакого заказа. Он пришел поиздеваться. В прошлый значит, раз значит, в этот раз. Будь умнее. И возьми деньги вперед. Ну так, сколько, Рокер? Двойной тариф, это важно. Я заплачу, сколько скажете. Это важно. Называй цену. Ага. Или у тебя денег, как грязи. Или ты нас уже мысленно похоронил. Короче, Рокер, пойдешь с нами. Ну и конечно, а как же еще-то так? По рукам. По рукам. Хорошо. Срочный заказ, говоришь? Джонни, ты что, не видел, что тебя пасли? Мистер Сильверхэнд, пойдешь с нами. Окей, можно я только допью. Хочешь отвезти меня к Альт? Хочешь отвезти меня к Альт? Так я и думал. О! Правильно. Так, кто кого? Тихо. Ой, блин, так, спокойно, сохраняемся. Невозможно скрыть его сейчас, смысл какого хрена. Так, ну вот, смотри. Открыть огонь! Ну-ка. Так, пацаны, тихо, не дури. На, лови, попал. Попал, вот смотри, какой у него очень охеренный довольно-таки какой-то, блин, противотанковый пистолет. Он валит всех с двух там, да, или даже иногда с одного выстрела, смотря куда ты попадешь. Либо в корпус, либо...
голову. Вот, 5000. Охренеть. Это просто невероятно, как мощно. Есть еще кто? О, так. Нет? Да никого, походу, уже. Да. Киану Ривз, походу, везде такой крутой. Так, стих спокойно. Ой, не стреляем своего, блин. Своего мы стрелять не сможем. Так, а, кстати говоря, мы взламывать сможем? Так, обнаружена угроза. Нет, мы взламывать не можем. Походу, это время, когда еще никто не знал про систему сканирования, и никто ее еще пока что не изобрел. И пока что жили как-то вот так вот, без нее. Спокойненько. Вот и поэтому и никто никого не может взламывать. Давай. Лази. О, хорош, отлично. И причем у этого... У Джонни Сильверхенда, блин. Мать его, блин, 707 единиц здоровья. Охренеть, как много. Так, тихо, спокойно. Уйди нафиг отсюда. Так, 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 так. Спокойно, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Так, 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 так. Лови. Да, блин, не попал чуть-чуть немножко. Так, 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 тихо, спокойно, аккуратно. Да, ёкалома, поди ты в него. Ой, блин. Ой-ой-ой, мышка, 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 сраная мышка, не дури, блин, не тормози давай, не сейчас, блин, не к месту, не к месту, нет. Пошел ты в сраку со своими гранатами, чертоган. На, лови. Лови, есть, хорош, отлично, прям. На ходу его подстрелил. Лови. Да ну лови же ты, ну. Давай, давай. Гребаный меткий пес, а. Смотри на него, он в меня попадает, а я в него не попадаю. Опять эта хрень случается. Так. Опять чего? Так, я с них пушки не могу подбирать, походу. Они мне нафиг не сдались, потому что у меня и так он мощный какой пистолет. Надо выбираться. Естественно, как же еще-то? Так. А где выход-то? Вот здесь где-то должен быть выход. А пока что что-то бой идет, и это что-то мне не нравится. Ну и... А, во! Ёперный театр, ты-то откуда взялся? Пошел в сраку. О! Все, блядь, я разозлилась. Естественно, я тоже немножко. Давай, 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 давай. Ой, 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 ой. Тихо, тихо, тихо. Ушел. Ушел. Тихо. Блин, да не стойте у меня, блин, перед стрельбой, а то иначе я случайно в вас стрельну и убью. Хотя здесь своих стрелять нельзя, но это хорошо, конечно же, но вы мне не даете в них, блин, стрельнуть, чтобы я их завалил. О, хорош, какой я, блин, мастер хедшотов и мастер аима просто. Охренеть, смотри, какой у меня офигенный. А им я прям как четко попадаю во всех. Практически четко во всех попадаю. Во! Правильно, хорош. А куда сваливать-то? Куда-то там, говорилось, в лифт, что ли? Так, выбраться из Атлантиды. А что это такое? Это какой-то отель, что ли? Или это офис? Или я вообще понять с ними чуть такое? Апартаменты какие-нибудь, возможно. Так. Что там сказали? Сукины дети? Согласен. Так, а, во, лифт. Так. Вызвать лифт. Окей, поехали. Быстрей! Быстрее езжай, пока они нас не зажали здесь. Пока они здесь еще не появились. Так. Еще 15 минут. Даже не 15, 16. О, как нормально мы с вами проходим. 24 минуты уже прошло. Так. О, все, хорош. Поехали, пацаны. Быстро в лифт. Да-да-да-да-да. Закончим, хоронить будет нечего. Красота не умирает, блин. До сих пор это было подождать Сантьяго. Я тут немного занят. Так, ну вроде бы как у меня там немножко снаружи угомонилось. Так, я что же за вас, что ли, должен нажимать? Да вы что, угорайте? Чего вы сами не можете нажать? Поверь мне. Ну, вроде бы как-то там немножко у меня за окном угомонилось. Вроде бы как пока что уже ничего не гремит. Я уже успокоился, это погода. Меня Томпсон ждет в машине. Да-да-да. Журналист, ты не знаешь. Ага, это, судя по всему, он про меня, блин. Про рокера какие-нибудь журнал создает. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пацаны, не дурим. Так, сохраниться можно? Нет, нельзя, да какого хрена? Хотя, по сути, и так все будет честно, без сохранения, потому что... Ну, во, как чё-то стреляем во всех, блин. Опа, хорош. Опа, хорош. Или он еще живой? Нет, он мертв уже. Ну зашибись, так. Все? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Кто-то там сзади еще. Так-так-так-так-так. Тихо-тихо-тихо. Лови. Лови. Критическое. Ни хрена же себе, вот это я ему сейчас прострелил. Давай прям по ногам. Ну по ногам, по руке, по локтям. Во. Разочек попал. Тихо-тихо-тихо. Перезарядочка.
Так, а у нас патроны, судя по всему, я так понимаю, бесконечны, потому что, смотри, высвечивается только обойма, а запас вообще не высвечивается, значит, судя по всему, они у нас, походу, бесконечные. Так, ну давай, вперед. Блин, как же я обожаю игры, в которых есть бесконечные патроны и довольно-таки огромное вон количество здоровья, потому что ты практически бессмертный, прям как терминатор какой-то, блин. Тихо-тихо-тихо-тихо, пошел в сраку с своими гранатами. Достал уже кидаться, если честно, чертило. Лови. Сдох, что ли? У него жели. Так, тихо, не попал. Высунь голову. О, хорош, попал. Лови. Лови, а что ты с первого раза-то не умер? Я же тебе в голову попал. Какого фига, так. Сесть в Порш, Джонни. Что? В смысле, а что это такое? А, это машина моя, что ли? Да ладно, это моя тачанка, довольно-таки очень крутая. Наверное, вон гоночная, возможно. Ну, поехали, ну. А, блин, что, с другой стороны? Все, я пришел. Так, а, не. Я думал, у этой машины руль справа, типа она иномарка какая-нибудь. И? Тут еще будет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот это хреново. Так, спокойно, кто там у нас? Ага, вылезли, блин, ублюдки. Тихо, лови, лови, давай, лови. Ну, блин, я что-то не попадаю. Ну, вот, конечно, во время езды очень тяжело вон как попадать. Так, слышь, ублюдок, уйди, уйди, кому сказал, уйди, хорош, минус один. То есть минус одна тачанка, следующая, лови. Отлично, минус вторая, а может просто им бензобак нафиг прострели, чтобы они взорвались. У меня все-таки таунки. Во, какой, блин. Противомашины, противотанковый пистолет. Взрывает прям. Всякие эти. Танки там, машины, всякое прочее. Он как быстро, если даже напрямую прям в них стрелять, а не в бензобак. Так, кстати говоря, за нами какие-то копы уже сейчас, скорее всего, погонят. Потому что там только что, по-моему, какая-то звездочка была. А звездочка, насколько знаю, это копы. Это, блин, еще фиговинка такая была с GTA. Правда, я, конечно, в нее не играл, но я так-то там пару раз видел, что было. А, не, подожди, как не играл? Играл, я играл в пятую. Так, решить, что делать дальше, в смысле? Так мы же все, мы уже приехали, у нас уже вон тоже машина горит. Ну и? Нам выходить, что ли? Так кого нам надо вытащить из Арасаки? Нетранершу из ITS. От Каннинген. О, понятно. Ее, наверное, отвезли в башню. Чем дальше, тем лучше. И что вы хотите делать? У вас есть какой-то план? Да. Отвлечем их. Немного пошумим. Сыграем для них, я позвоню Нэнси. В смысле, а кто это такая? Ну давай, допустим, позвоним. Я звоню Нэнси. Она знает, как собрать толпу. Сыграем у Арасаки под самыми окнами. Отожжем так, чтоб стекла повылетали. Этот концерт все запомнят. А, ты хочешь, типа, все это, как сказать, все взять и разнести своим ультразвуком, да? Вот этой вот ультразвуковой групповухой, да? Ой, фига себе. Флайер какой-то, ты посмотри. Здесь горящая такая палочка, она так называется, по-моему. Наши корреспонденты, которые находятся рядом с Арасака Тауэр, сходятся в том, что на площади было распылено психогенное вещество, изменившее поведение людей. Что-то качество какое-то, если честно, не очень. Неплохо. Поговорить с остальными. Так. Все та же самая дата. А ты все записываешь? Ты что, снимаешь все это? Да? А что? Хочешь передать привет маме? Делай, что хочешь. Только не мешайся. Так ты у нас, я так понимаю, оператор, да? А чё это ты сюда пришёл снимать? Нет, а что? Ну нет, а что такое? Не нравится он мне. Пресса всегда к ним удача. Чего? А представь, если его запись по закону подлости найти. Запись, где мы бегаем по Арасака Тауэр. Подумаем об этом, когда вот именно. Давай, у нас мало времени. Чё, какая-нибудь полиция там. Окей, погнали. Вперед. Так, сохранение есть. Блин, да ты издеваешься. Пошел в сраку. Пошел в сраку. Хорош. Срак пошел. Пошел туда, я тебе сказал. И ты туда иди. Ой-ой-ой-ой, тихо, отходим. Спокойно, не-не-не, пацаны. Никаких гранат не вздумьте никогда в жизни, блин, так делать. Ой, чувак, ты меня это так не пугай. Я думаю, это, блин, фраг. А это ты, блин, так
тут высунулся внезапно, блин, ни с того ни с сего. Тихо. Хорош. В смысле закрыто? Какого фига она закрыта, я не понял. А где, кстати говоря, блин, тут так темно. Тут ничего нифига не видно. Невероятно просто. Я офигеваю. Так. Тут что-то есть, мне казалось, так применить. А что это такое у нас? Выключить, в смысле, а что выключить? Захватить удаленно. А что это? А, это камера, что ли? Да блин, а как отсюда выйти-то так? Блин, как выйти? Быстрее, носи. Тут меня сейчас, блин, расстреляют, эти черти. Так. А, вон они как раз-таки, блин. Ушли нафиг, ушли, я сказал. Хорош. Блин, как же я обожаю играть за этого персонажа. Он просто... Что такое? Нас, что ли, подстрелили, или мне показалось? Что с тобой? Чел, что с тобой? Ты чего упал-то, Тихо. Это он, типа, отдышался так? Пошел в сраку. О. Так. Блин. Что я сейчас только что хотел сказать, блин? А, я вспомнил. Я прям так сильно обожаю вот этого вот персонажа, этого Джонни Сильверхэнда, потому что просто невероятно мощный пацан. Офигеть, у него все мощное. Пушка мощная. Здоровье до хрена какого-то, блин, не знаю, терминатора, блин. Да и сам он такой, блин, довольно-таки популярный человек. Так, пацаны, давайте-ка вы... Все высунитесь разом, а я вас всех разом расстреляю. Ну давай, погнали, во! Хорош так, ты чё творишь, а, снайпер? Угомонись, тихо, спокойно. Кстати говоря, у нас, по-моему, здоровье... Да, оно саморегенерируется, охренеть, у нас ещё и саморегенерация есть. Лови, хорош. Красиво, блин. Вот чисто из-за этого мне уже, если честно, нравится эта игра. А до этого мне так было жестко, прям еще с тем персонажем, блин, с самым первым, которого звали Ви. Потому что с ним-то я реально очень много страдал. Да и причем еще с учетом того, что у меня очень высокий уровень сложности стоит. Так, тихо, ушел в сраку, ну, во. Отлично, следующий, во. Критическая, офигеть. Как мощно-то. Секунду, простреливаю. Так, да вроде бы никого. Блин. Как все тут громко орут, болтают. Что только тут не происходит. Так, а что такое? Хрена себе. Ну что за, блин, какая-то комната, блин, виртуальность какой-то, блин. Офигеть. Так, блин, а где тут выход-то? А, во. Блин, вот из-за того, что нифига здесь не видно, блин, кругом тьма. Вижу миниган, в смысле, какой миниган еще нафиг? Ой, блин. Это вот это что ли турель, да? С миниганом. Ну охренеть вообще не встать. Так, сохранюсь. Да блин, почему нельзя сохраниться-то? Нет же сейчас боя. Или типа, когда ты в воспоминаниях Джонни, ты не можешь сохраниться. Это, если честно, очень хреново, блин. Я бы, если честно, бы тоже хотел бы пострелять из минигана. Потому что я обожаю миниган. Потому что это пулемет. А я очень сильно обожаю пулеметы. Да не только пулеметы, я еще очень сильно обожаю дробовики, там, винтовки, ну, всякое прочее, что очень сильно валит врагов. Давай. Тихо. Опять что ли эти турели какие-то? На! Хорош. Уничтожить турели двери к чего-то там. Открыть дверь главному серверу. Окей. Открыть. Я. Ах ты, сука! Что это такое? А, бомбы что ли? С4, да? Давай, уходим. Ну и? Взрывать что ли? А где у меня оружие-то? Дай-ка нахрен. Активировать взрывчатку. А, самим что ли? Ну-ка, давай, заряди. 3, 2, 1. Хрена себе. Вот именно. Что идеально. Отойди оттуда. В смысле? А что там такое? Опять что ли какие-то... Турели сейчас будут, да? Опасно, да? Нет? Тихо. Ой. Тихо. Слышь? Ушел. А ты чё, какой стойкий-то? Ух, нихера себе. Ты видал, как он сейчас пробежал? А, это, подожди, это... Это босс! Ёперный ты театр! А я думаю, чё он такой, блин, стойкий-то? Охренеть! Сдохни! Сдохни, грёбаный босяра! Сдохни, хорош минус этот. Обычный, так. Шёл в сраку. Критическое!
Как ему сейчас прострелил щетку. Так, открыть, а это у нас что такое за место? Стоп. Что тут, какой-то выход, что ли? А, нет, это просто какой-то обход, блин. Так, это кто у нас там? Это кто-то из своих, походу. Так, кто там еще стоит? Кто где? Ага, кто где? Я не вижу, блин. Кто где стоит? Алло, откуда ты стреляешь? Покажись, чертила. Где? А, во! Вон он где, о! Зашибись. А ты там откуда взялся? Из него, что ли, блин? Выселился. Не понял этого сейчас прикола. Это баг какой-то, суть по всему. Возможно. Или нет? Так. Чего дальше? Куда дальше идти? Проверить самочувствие Альт. А-а-а! Так мы же её-то ведь спасаем. А где она? А, вот же она. Спасти Альт. Настоятельно рекомендую ей не мешать. Что ты сделал с Альт? Я посадил ее работать над проектом всей жизни. Нахрена? Хуя. Правильно. Разбудить Альт. Альт. Нет. Альт. Нет, только не это. Она. Она что, мертва, сука, что ли? Джонни. Ты совсем охуел? Ты что, еще пишешь? Ударить ты записываешь? Не изменишь. Она не... Фига ты какой жесткий. Прекрати уже! Убить его хочешь? Так... Он уже задолбал, если честно, тут, блин. Снимать, снимать, снимать и снимать, блин. Джонни! Ну, блин, я так и думал. Как она умерла-то, её чё, блин? Чё вообще с ней сделали? Я даже, если честно, не знаю. Может, её пытали? Вот она, ну, чисто за этого умерла. Говори, а то лопнешь. Кстати, ты столько всего не рассказывал про Альт. И мне даже половины про Альт не говорили. А, это уже Ви. Первый главный герой. Правда? Например, о чем? Не знаю. Что вы были вместе? Надо чуть-чуть прибавить, это не слышно. Что она умерла? Как она нам поможет теперь? С того света? Она не... Ей удалось сбежать. Я видел тело. Ну и? Вот, собственно, идешь. Перешла в сеть. А, как ты об этом узнал? И когда ты узнал? Альт вышла на связь немного позже. Ну и? Что сказала? Что ей не вырваться из сети Арасаки. Но они ей ничего не сделали. И вообще попросила больше ее не искать. И что ты сделал? И что ты сделал? Для начала купил 2 термоядерных заряда. И вернулся в Арасака Тауэр. Вудуисты говорят про... Говорят, что Альт за черным заслоном. Вудуисты вроде бы знают, где она сейчас. За черным заслоном. Там, где ее не достанут. Брижит ищет способ за него проникнуть. Просто чтобы найти Альт и поговорить с ним. Да, вот наверное, это вы. Не потянешь. Именно про это она мне и говорила в предыдущей серии. Так. Ну и вернуться на доску. Это уже все типа назад, что ли, да? Одна минута. Офигеть, как мы с вами за целых 40 минут, блин, проходили эту... Этот флешбэк этого Джонни Сильверхенда. Получилось? Так что? У нас получилось? Да, мы получили нужный фрагмент из энграммы Сильверхенда. Теперь все готово для связи с Альт. Сначала нам нужно пойти дальше. Так, ну и поговорить с Брижит. Туда, где уже нет границ. Охренеть, это что, блин, за виртуальная хрень какая-то? Черный заслон. Мать твою за ногу, что происходит? Никто не возвращался. Она будет первой. Ну и кто здесь она? Так,
Подожди, поговорить с Бриджит, а где она? А, вот ты где. Удали конструкт, пока мы не перешли за черный заслон. Значит, на самом деле вы не знаете, что на той стороне. То есть, получается, вы понятия не имеете, что на той стороне? Мы скоро это узнаем. А вот тени, которые я вижу... Это дикие искины пытаются найти проход. Удали конструкт, пока мы не перешли за черный заслон. Я выполнил свои обещания. Твоя очередь. Давай ты удалишь инграмму Джонни до того, как мы перейдем через эту стену. Мы не пойдем туда. Ты один. Почему? Перенесешь код на ту сторону. Почему? Ладно, похоже, как я сразу не догадался, ладно, похоже, у меня нет выбора. Ладно. Видимо, выбор у меня небольшой. Але. Иди. Ладно, прикоснуться к черному заслону. Где он у нас тут? А, вот он. Коснуться, как мне пройти на ту сторону? Ну, сейчас, походу, нас засосет, как черная дыра, наверное, скорее всего. Ну, походу, мы, наверное, уже прошли, да? Поговорить с Альт. А где она? Ой, блин, что творится, блин, что происходит? Еще, блин, какие-то, блин, глюки, как в какой-то, блин, наркомании словно находимся. Так, Альт! Альт! А вон она. Джонни. Здорово. Какой Джонни? Я Ви. Ви-ви-хири. В смысле? Альт Каннерген. Альт? Что происходит? Твою ж дивизию, что это за фигня такая? Так. Здесь мы поговорим. Спокойно. Я сам с ним поговорю. Джонни. Давай. Ты прошла за черный заслон, только чтобы меня увидеть. Значит, все нормально. Ты не злишься. Я распознала код твоей энграммы, но мне неизвестно, зачем ты здесь. Хочу получить должок за то, что вытащил тебя из Арасака Тауэр. Ви — это Альт. Лучше на Транер Найт Сити за всю его историю. Я уже как бы в курсе. Альт — это Ви. Ты должна спасти ему жизнь. Какую цену мне надо заплатить, чтобы ты меня спасла? Что я должен сделать, чтобы ты спасла мне жизнь? Пропагандисты Дозора делают успехи. Ты воспринимаешь меня как дьявола, с которым нужно подписать договор? Я не знаю, кто ты. Я просто хочу выжить. Слушай, я просто пытаюсь выжить. Я не могу тебе помочь. Или не хочешь? Не могу. Чтобы это сделать... Мне понадобится доступ к более сложным технологиям. Ты же создала душегуб, а Бриджит говорил, что может мне помочь. Интересно. А Бриджит говорила, что может меня спасти. Вудуисты тебя обманули. И почему же я... Ну это я уже понял с самого начала. Ладно, что думаешь про Микоши? Там достаточно. То есть после битвы с этими одними уродами. Если бы у меня был доступ к Микоши, ее бы уже не существовало. Отлично. Тогда давай так. Мы пустим тебя в Микоши, а ты поможешь мне. Согласна? Ты знаешь, как мне помочь? Лучше ни тренер города не может пройти в Микоши. Первый вариант, ты давай. Ты знаешь, как можно мне помочь? В Микоши я смогу создать твой конструкт с помощью душегуба, а затем отделить твою нейронную сеть от сети Джонни. После этого я имплантирую твою энграмму обратно в тело. Значит, план у нас есть. Ладно, план у нас есть. Как ты собираешься проникнуть в Микоши? Это не получилось даже у моих армий. Так в этом как раз и проблема. Ты создавала их в сети. А мы делаем ставку на человеческий фактор. Мы найдем людей и пробьем окно в Микоши. Значит, договорились? Так мы договорились? Да, мы договорились. Найдите путь в Микоши. А я подготовлю программу, которая поможет вам перемещаться в сеть. Как с тобой связаться, когда будет готово? Вот адрес Борды. Мы будем общаться по защищенному каналу. А что в итоге с вудуистами? Я надеюсь, это не какой-либо вирус. Это часть нашей сделки. Ну окей. Как скажете. Хотя как это может быть возможно
как-нибудь, возможно, повлиять на какую-либо концовку. Просто в этой игре я смотрел, что несколько вроде бы как концовок. Без твоего участия это точно. И без твоего участия. Я не советую принимать это на свой счет. Нам нужен был только конструкт Сильверхенда. Тебе не повезло, ты впутался по воле случая. Поэтому вы решили меня кинуть? Так у вас дела делаются. Может, мне стоит предупредить Альт? Ты еще смеешь меня поучать? Просто отдаю долг. Просто хотел отдать тебе должное. Другие раньоны, наверное, не доживают до этой счастливой минуты. Хватит. Альт могла защитить тебя в сети, но сейчас ты на моей территории. Кстати, как раз собираюсь уходить. Да, я как раз собирался уходить. Ты только это, не вздумайте на меня нападать. Слушайте, алло. То я покажу, что здесь главный, блин, черт. Так, спокойно, это я у тебя, пожалуй, скоммунижу, так скажем. Ну, еще какой-то лут. Ну что, все? Уйти из часовни. Окей, сохраняемся. И давайте отсюда выходить. Где тут выход-то? А, во. Все, по сути. Нам этого на сегодня хватит. Так, сейчас мы с вами выйдем наружу и на этом закончим. Потому что время у меня уже закончилось. Все? Здорово, как делишки? Ты, наверное, разочарован. Ты, наверное, очень разочарован. Чем еще? Ну, тем, что не можешь просто меня убить. Это не в моей власти. Ты знаешь, чего Брижит хочет от Альт? Тебе сказали, чего Брижит хочет от Альт? Или это снова информация не твоего уровня? Как было с биочипом? Ты хочешь меня спровоцировать? Думаешь, это умно? Ну и как? У меня получается? Все, да? Чего, а можно я выйду? Только смотри-ка, это мне по спине не дай. Сбой в работе биочипа. Но опять эта хрень. Он потихоньку, блин, ломается. Кто? Если ты хочешь о чем-то поговорить, говори прямо. Хочешь что-то сказать? Говори. Я же вижу, что твою энграмму что-то... Я все это время разбирался, что у тебя в голове. Пытался понять, с кем имею дело. Сперва я подумал, что тебе просто не везет. Но потом до меня дошло, в чем твоя проблема. Ты мальчик с пустошей, который всю жизнь полагался на помощь семьи. Но в Найт-Сити ты никто. Ты сесть ты столько знаешь о моем прошлом. Все наемники вытирают ноги. Допустим. Ты, однако, знаешь о моем прошлом. Но это как раз логично. Ты видишь фрагменты моих воспоминаний. Я твоих. Меня это бесит, я боюсь, что перестану быть собой, и это не повод до меня докапываться. Ну, давай второй вариант. Боюсь, что однажды начну принимать твои воспоминания за свои. Если это работает в обе стороны, то и мне придется жить с тем, что ты Шон меня поимел. Так чего ты от меня хочешь? Я замечу, что стал с тобой. Как тебе живется в моем теле? Давай первый вариант. Хочешь сказать, какая у тебя цель? Зачем я тебе нужен? Чтобы свести счеты с Арасакой. Больше зачем? На самом деле тебя бесит твоя беспомощность. Враг тебе просто нужен как какой-то враг. Ты сам не знаешь, чего хочешь. У меня четкая цель, как и у меня. У тебя четкая цель, как и у меня. Ну, допустим. Хочешь уничтожить Арасаку и похоронить ее. А я не хочу отбросить коньки. У нас обоих довольно четкие цели. И наши пути как раз совпадают. Тебе надо найти Микоши, чтобы спастись, а мне, чтобы ее уничтожить. У тебя навязчивая идея. Да сколько можно? Опять ты начинаешь. Иди в Микоши, ломай систему. Ладно, я скажу тебе, почему я хочу разрушить Арасаку. Но скажу только один раз. Будешь слушать? Да. Окей. Окей же, окей. Я видел, как корпы забирают у фермеров воду, а потом и землю. Видел, как они превращают Найт-Сити в машину, которая ломает судьбы, уничтожает надежды и выкачивает деньги. Ну да, это есть немного такое. Они давно получили контроль над нашей жизнью, но теперь им нужны наши души. Чё, прям реально
ты прав, ну, допустим. С этим сложно спорить. Может, ты и прав. Я объявил им войну не потому, что меня угнетает капитализм. И не потому, что у меня ностальгия по старой Америке. Это война людей против системы, которая перестала нам подчиняться. Борьба с блядскими силами энтропии. Ты меня понимаешь? Ну да. Я буду бороться. Чего бы мне это ни стоило. Придется убивать. Буду убивать. Нужно будет твое тело. Я его, сука, заберу. Ага, так вот именно почему. Ты борешься против этой, блин, политики и сраной. Действительно, блин, что твою мать. Ты пока не видишь опасности. Но это пока. Ну да. Встать. Все понятненько. Правда, не совсем, но хоть что-то ясно. Так, ой, блин, опять какая-то проблема у нашего главного героя. Ну вот, в общем-то, как-то так вот. Походу, он борется именно за себя. И его, типа, наверное, не устраивает это, блин, политика вот этой вот корпорации. Но меня, если честно, тоже вообще как бы говорилось, что Арасака, сама вот эта вот корпорация, она хочет, по-моему, уничтожить мир. Где-то это в какой-то серии я пересматривал это видео. Как-то говорилось именно так. Ладненько, давайте тогда на этом моменте остановимся. Продолжим в следующей серии. Пока что на этом все. Что ж, дорогие друзья, большое спасибо вам за просмотр этого видеоролика. Я надеюсь, вам очень понравилось. Если понравилось, то поставьте лайки. Если хотите больше моих видео, то подписывайтесь на мой канал. Сходите на него и смотрите с большим удовольствием. А также пишите комментарии к каждому видео. С вами был Алекс Джаггер и всем пока!